did you add a... Так, вот у нас идет труба. Это питьевая вода Одессы Южная. Вот оно дальше идет на те элеваторы и пошло-поехало на город Южный. Вот у нас тут, короче, не у нас, а проблема у города Южном. Почему люди переплачивают за воду? Не знаю, какой это километр, но напротив меня Южный порт. Или даже по-другому ОЗПК, да, или как? ОПК, Одесский припортовый, ОПЗ. ОПЗ города Южный, ТИЗ. Вот отсюда вот так вот уже месяц, а может и больше, течет вода с очень большим напором. Чтобы вы понимали, вот я только что набрал воды, смотрите, как просто сносит бутылку. В общем, как-то так. Так что, да, дорогие жители города Южный, будете теперь знать, почему вы переплачиваете за воду, или почему ли вообще у вас ее даже нету, или не доходит. Так что, видите, тут вода, представляете, в день, вот, с 8 утра до 8 вечера тут примерно вытекает, наверное, около 50 тонн воды. А потом это все списывают на... людей, на жителей, что они воруют воду и так далее, и т.д. В общем, как-то так. Опа. Вот такой вот хомут большой. И вот так вот она льется. Даже радуга есть. Представляете, какой хороший напор, что даже радуга есть. В общем, как-то так. Делайте выводы. Или приезжайте всей толпой, заваривайте эту дырку, и у вас ваши все проблемы решены. Вот это вот здесь.